Это второй этаж. Начальная стадия монтировки крыши. Окна высоковатые, да? А ну потом пол же будет. Ну пол будет, конечно. Но окна, конечно, высоковатые. Видишь, небольшие комнаты на самом деле. Только что зал большой. Вот что надо будет сделать. Более двигатель. Разводил цемент. Видишь, какую хуйню здесь поналил. Поналил цемента. Ну. И хуй убрал за собой. Рифа. Как дела? Тоже хорошее дело. Да? Машиной сделал что-нибудь? Да, сделал. Нормально? Нормально. Поставили, вы что? Нет. А? Дело было не в бобине. Там компрессор. Когда компрессор холодильник смотрели, фишку с трамблера выдернули. А на место толком не воткнули. Она вот так вот стала боком. Это совсем сильно красивый двор. Я ее, о, она в руках. На место защелкнул, все, поехал. То есть все эти проблемы, которые говорят наши специалисты. Наш дом снимай дверь, и не через три дома от дороги, от основной, со всех сторон. Подвал затопило, был такой ливень, что по щиколотку воды в подвале. Но града не было, как в Тюмени, с голубиное яйцо. А какая красота везде. Везде люди живут.